Зеленый полосатый снаружи, красный и сладкий внутри. В Могилевской области посадили арбузы. На эксперимент решились агрономы из хозяйства Кировского района. Заказали турецкий посадочный материал. По словам рабочих, у него лучшее сочетание цены и качества. Местные умельцы подстраховались. Первые 20 дней семена проведут в теплице, прорастут. Только потом их высадят в поле. Здесь признаются, опыт подсмотрели у брестских коллег. Риски оправданы, урожай соберут при любом раскладе. Планируем пока разместить на 5 гектарах. Если у нас все получится хорошо, то в будущем, я думаю, увеличим до 20 гектар. Так как у нас торговая сеть в Могилеве есть своя, в Бобруйске, и к нашим томатам и огурцам увеличить ассортимент. Арбузам нужен оптимальный температурный режим. Днем отметки на термометре должны быть в пределах 25-30 градусов тепла, ночью минимум 15 с плюсом. Эксперт уверяет, эти ягоды можно вырастить на собственной грядке и раскрывает несколько секретов. Для начала кассеты. Почва, торф желательно, чтобы кислотность была не ниже 5,5 и не выше 7, чтобы не было ни кислая, ни щелочная. Семена арбуза, естественно, хорошие купить для условий, для наших. Из посаженных семян здесь планируют собрать 2000 тонн. Средний вес ягоды – 7 килограмм. Первые мышковические арбузы можно будет попробовать в конце августа. Остается дождаться лета и рассчитывать на хорошую погоду. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.